здесь, например, представлено у нас одно из наших получаемых, так скажем, плодов. Это семена подсолнечника. Здесь суть этого экспоната в том, что это безотходное производство. Например, мозга и подсолнечный шрот, который образуется от семян подсолнечника, они не выбрасываются, они перерабатываются, идут на корм животным, идут как подстилки животным. А, например, шрот подсолнечный используется также в качестве построения теплоизоляционных плит. То есть это совершенно безотходное производство, где-то что-то все время используется. Ну и, собственно, подсолнечное масло, которое мы получаем, оно может быть очищенным, не очищенным. Есть информация о том, что очищенное масло все же полезнее. То есть там больше полезных свойств. А расскажите, получается, из этих семечек получается вот так. Остается мозга, это как отход идет от семечек, и шрот. И как вот такие прямоугольные штучки делают? Ну просто их вместе как бы гранулируют, прессуют, да, и получается у нас вот такое безотходное производство. Также используется как биотуалет для животных. Может быть, видели.